16 дней против насилия – так называлась и украинская акция, которая по логике нашей жизни в последнее время должна быть ежедневной. Ведь речь идет о том, что и как противопоставить практике, когда семейные проблемы решаются с помощью кулаков, а порой и оружия. Заметим, что с каждым годом эта проблема становится все более явной, а потому и более острой. Эти кадры сделаны в школе номер 6. Днепропетровские полицейские из отдела, которое мы привычно называем комиссией по делам несовершеннолетних, организовали своеобразное ток-шоу, участниками которого стали ребята из 10-11 классов. Его цель – вместе подумать над тем, как устранить возможность насилия в семьях. Главными героями игры были две девушки и двое юношей. Каждый из них рассказал о своей проблеме и предложил просмотреть самостоятельно подготовленный видеоролик, в котором была отражена семейная проблема. А затем все вместе обсуждали показанные истории и находили наиболее мирное решение выхода из каждой жесткой ситуации. Были подняты очень важные темы. Дети спорили, дети задавали вопросы, дети приходили к общему мнению. Данное мероприятие было нацелено именно на важные очень вещи в жизни каждого ребенка, каждого человека. Мы проводили сегодняшнее мероприятие для того, чтобы донести до людей тему, которая очень больная для общества и для всех окружающих в общем. Нужно уметь решать проблемы словами, нужно уметь говорить. Мы надеемся, этот вопрос будет подниматься не один раз, и вскоре наше общество станет лучше.